Приветствую вас, друзья, на канале Сибирская рыбалка. Сегодня 24 апреля. На улице у нас минус 5. Четвертый день подмораживает. Сегодня немножко поменьше, правда. Но к вечеру опять минус 10 будет. Вы, наверное, ждете рыбалку на жерлице уже. Но пока что на жерлице ничего не хочет ловиться. Толком нету, у Кольки уже дня 3 стоят жерлицы. И поймал, по-моему, всего одну щучку за 3 дня. Килограмма на 3. Вот. Поэтому, раз подморозило, мы, конечно, хотели позавчера уехать еще с ночевкой опять на таежную речку. Туда, в тайгу, подальше уехать. Но не получилось. Вчера нужно было выйти на работу, подменить коллегу. Вот. Так что сегодня пришел со смены. Сейчас поеду до деда, заберу его, загрузимся и попрем, скатаемся. Как раз последняя баночка опарышей осталась, надо их израсходовать. Так что, надеюсь, будет весело. Что еще хотел сказать? Хотел Николай еще сегодня с нами ехать, но его не отпустили с работы. Игорь сегодня на смене, тоже не получается. Я завтра снова на смену, поэтому сегодня нужно скататься, потому что там дальше вроде как опять плюс. Но у нас нынче такая качеля с погодой. Это вообще то плюс, то минус. В общем, друзья, часто задаете вопрос в комментариях, как с тобой связаться, в личку написать и подобное. Сейчас я вам покажу. Вот в YouTube. Так. На страницу канала. И вот видео. Любое видео открываете. Приветствую вас, друзья. Так, давай на паузу поставлю. Вот здесь есть еще написано. Если видно. Нажимаете. Вот описание как раз под видео. Нажимаете еще. И вот внизу как раз я в ВК. Моя группа в ВК. Здесь вы можете просто нажать. И на мою страницу в ВК перейдете. Ну, грузись. В общем, вот, зашли. Здесь можете написать мне личные сообщения. Моя группа в ВК. Можете также зайти. Там первые новости с рыбалки появляются. То есть фотографии. Все посты с рыбалок. В первую очередь загружаю в группу ВКонтакте. Также есть ссылочка на мой канал Яндекс.Дзен. Вот. Здесь видео выходят раньше, чем в YouTube. Поэтому тоже можете подписаться и смотреть еще и на Дзене. Как-то так. Все очень просто. Ну ладно, друзья, а я собираюсь, еду до деда, сейчас запущу буран, прогреется. До деда грузимся и летим на рыбалочку. Ладно, друзья, погнали. Что зависит? Что там, кто на работе? Ну так, блядь, что теперь? Подержись. Здравствуй. Не отпустили, значит, говоришь тебе. Какой это вам на связи будет только? Да, понятно. Полетишь, как это. Но. Ну ты там это, если что, имей в виду. Чего, так 6 не будет, так езжай. В прошлый раз-то ехали с рыбалки, как раз навстречу летел. Зачем, дед? На всякий случай. Не надо, я заправил полный. Мы далеко не поедем сегодня. Так, до ближайшей точки. Километров
20, 25, 30, 35. 40-45, да. Да. Ну. Да нет. 40-45-то точно не поедем. Там потому что это. Перекаты все равно скрываются. Как ни крути. Я взял три жерлицы. Поймаю живчика там в омуте поставлю. Попробую. Давай свежака мне ломи. Свежака чего? А? А, на жерлице-то? Посмотрим. А? Не понял. Нету? Кого? Зачем? У меня опарыши есть. Ты нашел, кстати, утром опарышей? А то Игорь рассказывал, как ты их потерял. Не нашел? Ну и все. Значит, будешь сидеть смотреть, как я рыбачу. Игорь пришел утром, я ему смену-то сдаю. Он говорит, пришел дед утром, дай опарышей. Я, говорит, дал ему опарышей. Че, чаю попьем? Давай. Сели чай пить, чай попили, из дома выходить, дед опарышей не может найти, куда положил. Ты че, редиска? Ты багорик положи на место. Че начинается опять, а? Надо полосом впереди. Зачем? Что за леди? Ты же едешь и не смотришь, блядь, трёх. Меня вот так бросать поэтому. Так ты не бросайся поэтому. Ладно, не умничай. Даже в мыслях не было. Чё там, где кан-то? Потерял? А он чё? Да кан хочет дать. Под живцов-то ему на жерлице. Что? Под живцов ему на жерлице. Что дать? Кан. Кан, а этот ящичек. Да, ящичек. Можно не укрывать пока. А что? Потом я укрою. Ну смотри. Чтобы я видел дорогу, как ехать. А зачем тебе дорогу видеть? Тебя везут, радуйся. Может, поменяемся на сегодня, дед? Ты за рулем поедешь, а я в корыте лягу. Отдохну хоть. А что ты не? Я на работе был. В поте лица трудился. Вообще-то шофера на работе у вас отдыхают, только не отдыхают эти бойцы. У нас некому. Вообще, у нас вообще никто не отдыхает, некогда. У нас времени нет. Мы, говорю, в поте лица трудимся, дед. Да? О! А он сзади закидывает туда. Да не. Ой, ты отвернись хоть, а то сейчас писюном тут начнешь махать, зашибешь еще. Ветерок небольшой имеется. Доехали до первой точки, где будем пробовать. Ну, в принципе, если здесь не будет, то еще одну точку попробуем. И все. Но я думаю, должно быть все равно. Доехали. Доехали. Местами есть, конечно, открыто уже. На перекатах открывается. Вроде и газу надо добавить, чтобы побыстрее пролететь. Потому что дорога идет рядышком прям с этим. Со струей, с майной. Рядышком идет. Надо бы газу добавить. А лед, газу начинаешь добавлять. И все, и корыто начинает щу-щу-щу таскать. В общем. Как-то так. На каком повороте тебя чуть не выбросило?
А, тряпка? А, тряпка, пофиг уйдет. Ладно, зима не хочет нас отпускать. Мы приехали. Мы приехали. Да. Ладно, погнали буриться. Ну что ж, друзья. Мормышка-уралочка. А? Так я дед только насадил. Дед пока вычищает лунки. Я уже приступаю. О! Спасибо. Да, сорожка маленькая. Сейчас как раз жерлички поставлю вот там вот в реке. Оп. Опять поклевочка. Есть. О, это уже сорожка побаще. Все, сорожка. Да ты что? Ну, еще сорожечка маленькая. Так, ладно. Три штучки есть. Надо поставить жерлички. Так, все. Жерлички зарядил. Пускай стоят. Мелких поставил. Дед все насаживает. Ладно. Пошел я дальше рыбалить. Так, надо кан взять. Сколько ж надо набрать. Жерлички. Живых. Рожка. Уч. Рожка. Рожка. Поймал? С почином. Дед чебачка поймал. У меня пока чебачков ни одного. Ух ты какой. Рожечка. Пускай на жерлице пойдет. Чебак. Дед, дед, иди вон сзади меня садись, там еще луночка есть. Тут вроде поклевывает, хоть немножечко, но есть. А то у тебя там что-то всего одна была поклевка. Ну пока, да. На глубине, на подождем берет или ниже? Наверху, у дна, видишь, блин, у дна нету что-то. Сантиметров 40-50 поднимаю. Видишь, наверху уже чебачок.
что тут дёргаешься? А ни хрена. Обманывает? Ну, ты ж, я ее обманул. Ух, чебочина-то какой. Чебочок-с. Уть. Хорошо, сорога. Чебочок-с. Живчики. Вот уже. О! Кунёчек под самым верхом, небольшой. Беги. Чебок-с. Чебок-с. Уть. Ух ты. Окунь. Так жадно клюнул. Это небольшой. Иди сюда. Да отпущу, беги. Вот живцовые-то хорошо у тебя клюют. Чебочки. Сейчас насобираем коляну. После смены поеду на жерлицы рыбачить. Ты что, поедешь? Нет, на жареху пускай. Ты поедешь жерлицами ловить? А? Ну, у тебя завтра будет день? Я завтра пока на смене. Я потом куда? Туда на Обь поеду. Зачем на Обь? Ты что? Сюда? Да. Вот. Тут у деревни спустимся где-нибудь. Или на Хатас, или на гавань. Посмотрим. Это... По погоде. Хунхуньот этот ебаный. Сунхуньот? Ну. А там стоят жерлицы. Там, по-моему, Олег рыбачит. У него стоят жерлички. Какой? Так, чё? Прокатимся до того, до следующего. Жерлицы пускай стоят. Это тут не хотит поклевывать. Thank you.
А то, видишь, ты вычистил себе две луночки. Ладно, говорит, я пошел рыбачить. Я говорю, давай мне тоже чисти. Взял. Что, гребнем? Ну давай чаю попьем. Я как раз тебе приветы все передам. И это, как тебе сказать? Че? Ему дадим. Чаю, ну. Я сегодня 5 капель-то не брал. Да я тоже думаю. Нафиг. Неохота. Пришел, чаю навел, да. До тебя поехал. Ладно. Чайку, так чайку. Это вообще. Контейнер с пирожками вынес. Положил в гараже. На верстак, думаю, сейчас заправлю буран, потом положу. Чай-то бросил. А этот забыл. В гараже так и стоит. Ладно, хоть чай положил. Ладно, хоть чай положил. Пойдем хоть водички глотнем крашеной, сладкой. Угостим Нептуна чайком. Чайком угостим. И сами попьем. Ну пойдем, подходи. Сейчас я буду тебе приветы передавать опять. Так. Сначала с телефона я там скриншот сделал. Здесь связи-то нету. Не прочитать утром. Некогда было записывать. Так, время уже 10 минут первого. Так. Артем, привет. Все передают приветы деду. Он хвастается бабуле. А я хочу передать привет и деду, и особенно его супруге, твоей бабушке. Твоей ну, бабушке? Да, я к этому еще вернусь. Твоей бабушке. Она деда снаряжает на рыбалочку, беспокоится о нем. Вот и я хочу передать ей большой привет, здоровья ей на долгие годы. И деду не болеть. Скажешь деду этот привет из Ставропольского края от старого и заядлого рыбака. Теперь, ребята, к тому, что твоей бабушке, твоему деду, друзья, дед Витя, Виктор Николаевич, дед, старый, как я его называю, это не мой дедушка. А это не мой внук. Да, мы просто коллеги по рыбалке, да. Два дурачка, которым не сидится дома. Вот, в общем, такая история. Получается, мы все равно родственники, но... Короче, сейчас объясню. Далекие. Да. У моей супруги, у Людмилы, есть брат Николай, который тоже иногда бывает ездить с нами на рыбалку. Николай. Так вот, Николай женат на дочери деда. Вот так вот мы и родственники. А кровного родства у нас нету. Мы просто корефанчики. Кореш, ты херню поришь, да? В общем так. Ты мне уже ничего не достал. Подожди, сейчас. Начнем читать. Так, приветы от Василия и Ирины. Город Ковдор, Мурманская область. Ух ты. Самура, привет, пожелание здоровья. Так, Кострома, Псков, Петропавловск, Соликамск, Тольятти, со Ставрополья, из Усть-Неры, Якутия, Карелия, с Вологодчины, Братск, Новосибирск, Шарыпово от Александра, Краснодар, Петрозаводск, Кисловодск, село Тюменцево Алтайского края, Вологда, Ярославль, Удмуртия, Тюмень, Кузбасс, Юрга, Кудымкар, Саратов, Вологда, Оренбург. Уже с Оренбурга который раз просит, я все забываю. С Оренбурга, с Оренбуржья приветы тебе передают тоже. С моей... Одной из моих малых родин, короче говоря. Кировская область, Иваново, Донецк, Сургут, Челябинск, Байкал, Омск, Рязань, село Чистое Нижегородской области, Сергиев Посад, Мариэл, Пермь, Бурятия, Хакасия.
Так, привет от Николая из Рыбинска. Так, ладно, к этому сейчас вернусь. Просьба, пусть... А, так, к этому тоже вернусь. Так. Брэду Питу привет с Коми. Кто это там такое? Не знаю, с Коми. Ну, с Коми Пермякского округа. Со Словении привет. С Белоруссией. Казахстан, город Темиртау. Барановичи, Беларусь. С Латвии. Привет от Сандры. Германия, Берлин. Тоже передают привет, здоровье. Дед кулаками машет, как Ван Дам. Его любят во всех странах. И не только в России. Так. А, здесь немножко матершинный комментарий. Самура просили передать слово в слово тебе. К тебе обращаются. Когда ты уже ударишь ему по хребту? Очень хочу это увидеть. Не надо. Че ты начинаешь? Сейчас лопату возьму. Не надо. Так. Теперь. Просьба. Пусть дед передаст привет Диме Закис. Ему 6 лет. Он очень любит вас смотреть. 6 лет. Маленький, но. Привет большой. И будь здоров. Вырастай побольше и приезжай к нам на рыбалку. Вот. Тюменская область. ХМАО вообще-то сейчас разделили. Сейчас разделили. Не Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Просто... Сейчас просто Ханты-Мансийский автономный округ у нас. Да. И вот мне коммент понравился. Это сейчас будем копаться в твоей памяти. Скажи мне, у тебя сослуживцы по имени Иван были? Иван? Да. Виктор был. Ивана, по-моему, не было. Тут спрашивают. Тёма, привет. Из города Невель, Псковская область. Нет, хочу узнать. Нет, не там. Хочу узнать у деда, не помнит ли он своего сослуживца. Ивана Разногузова. Не знаю, такого у нас не было. Не было такого? Может, немножко в разных местах служили, так может рядышком просто. Ну что, в Калининградской области же ты там где-то? Да. Ну? В Гусеве я служил, основной. Вот. А был в этом... В Додере. А может, года разные служили, Додере, поэтому да. Не это, не знаешь. Может быть. Может быть, ну. Ну вот спрашивают, и что? Я его сын, пишут. Оба. Да. Что сыновей образовался, у меня сыновья... Да не твой! Okay. Ивана Разногузова, он и пишет. А-а-а. Спроси, не помнит ли он своего сослуживца Ивана Разногузова. Я его сын. Не твой. Ну ты дед. Че думал, что уже наследил где-то, да? Давай на бабушке передашь. Ты же любишь хвастаться. Так, чаю наливать тебе еще? Нет, спасибо. Ладно. Иди лови рыбку. Так, я сейчас глотну, да, тоже в путь. Вот что-то есть. Чебачок. Вот есть. Ох, какая сорога. Вот, ребята, спрашивают постоянно, чем у вас отличается сорога от чебака. Почему у многих это одно и то же. У многих вообще это не чебак, а елец. Вот он. Продолговатый, прогонистый. У нас это чебак. Вообще, научное название сибирский елец, но также его называют в зависимости от региона. Чебак, мокдым. Вот. В общем, вот он, прогонистый. А вот сорога. Да иди сюда. Она более широкая. Вот они. Две рыбки.
Что говоришь? А, ерши замучили там. Перешел. В общем, ребят, вот такой вот бананчик небольшой взял. Вот есть чебачок. Иди, заходи. Ну, даже не дергаться что-то. Перепишет дробного. Это. Ешь. Нет. Чебок. Чебок. Ладно, пойду я тоже на свою. Пойду я на свою. Пробежался по луночкам, не хочет. Дорожечка маленькая. Вот. Дорожка. Поехали назад. Тут дед говорит, ерши одолели его. Там, говорит, хоть чебачок клевал. У меня здесь 12. Да. Сколько? 23. Смотри, диска обловил. Ладно. Так и я тоже вместе с ершами, с двумя. Ну, он назад закидывает. Вперед не кидай, назад закидывай. Тут сейчас сядешь, да поедем. Не, надо отсюда переходить. Это даже на живца маловато. Ладно. Фига себе, влупил. Ершина. А? Эй, ерш влупил. А ты сколько? Здесь ты 10, да, поймал? Так, у меня здесь 15. Там у меня было 12. Это 27. Всего-то. А у тебя получается там 24 и здесь 10. 34. А? У меня? Ну? У тебя сколько получается? 27. Ну тогда я тебя обыграл. Ну я еще живцов сколько накидал в эту-то. Скажи, то не считается, да? Тоже уже собрано, то уже не пересчитать. Ты так хочешь сказать? Нет. Ладно. Нет. Обловил так, обловил. Бог с ним. Так, ладно, поедем ниже. Там еще попробуем у ручья. Ну там я больше уже на окуня надеюсь, если. Если, конечно, все хорошо, то окунек должен быть там. Не знаю. Хотя нынче там. С окуньками проблема. Да, с окуньками нынче беда. Нету их. Ладно, попробуем. Скатаемся. Собирай, собирай.
В общем, ребят, переехали. И вот под берегом набурил луночек. От ручья вниз по реке. Ну, а сейчас с балансирчиком пробегусь тут. Деду там сделал пару луночек, где он на мормушку. Подъязка поймал, кибачков ловил. И около ручья прям. На утке. Он там на мормушку попробует, я тут пробегусь. Если что будет, тогда уж и он присоединится ко мне. И все-таки хочется верить, что окунек будет. О, окунечек в веточках тут стоял. Окунька поймал одного. О, еще один. Я думал, веточку зацепил какую-то. Нет. Вот, окунечек. Еще один. Еще одного выхватил. Все. Оторвал. Оторвал. Балансирчик. Поставил. Вот такой вот вип. D1. 70, 12 грамм. Сейчас дальше еще луночек насверлю. И пробегусь. Попробую с видом еще с этим. Что, не хватает? Есть. Ох, какой хороший окунярчик. Ох, какой здоровый. Оп. Ударчик. Вот есть, есть, есть окунерчик. Да, цепляйся. Вот есть кунерчик еще один. Ух, бьет. Еще бьет.
Вот. Ух ты какой! Вот это лопаточек, друзья. Шикарно. Оп. Ты взял удочку? У меня те удочки дома. Так под сидушкой взял бы, у меня там вторая лежит, дед. А где лунка? Вон та. Ну вот эту я хотел тебя посадить. Тут клюет еще. Я пойду там посмотрю. Так-то, видишь, вот с этой лунки. На мормышку? Да. Ну садись. Иди. На клоуна можно. Уть. Не надо мне клоуна, мне так клюет. Садись, пробуй. Я пойду дальше про это. Прогуляюсь. Там еще сколько? Три луночки есть. Проверить. Если чёток не будет, я тут еще рядышком где-нибудь пробурю сейчас. Вот. Есть. Кунечек. И здесь я бахнул. Вот еще один. С почином тебя, с Окуневым на этом месте. Иди, сходи. О, опять клюнул. О, еще один окунечек. Хорошо. Они стоят, никуда не ходят. Он все в пиявках. Вот я и говорю, надо бур, чтобы тут рядышком еще с этой лункой пробурить. Там. Ближе к берегу, чуть в сторону, левее, правее попробовать. И обловить вокруг этот кустик. Поэтому я тебе и махнул. Красавец, дед, красавец. Еще поймал. Есть.
Там и окунь сидит. И ветку какую-то зацепил, блин. О! Он вышел. Это хорошо. Тише. О! Хороший кабанчик. А в этих нет. По одному, по два поймал. Он где-то уже накидал. Вот он окунь. Посмотрите. Он вон весь в пиявках. Он хвост весь в пиявках. Все. Он стоит, не шевелится. Лапти хорошие. О! Еще один клюнул деда. Тоже нормальный, что ты? Да пойдет, пойдет, какая разница, что ты? Ты этот потом не забудь, у тебя он уже снег. Попугайчик-то. Так. Ладно. Где пробуриться? Я сейчас здесь сделаю луночку. И там вон в кусты залезу. Туда, с той стороны. Потому что тут дальше, там по одному, здесь два поймал, все, не хочет больше. О, опять хороший. Да, деда? Покажи. Надо. Ладно, просто сфоткаю тебя. Ты хоть посмотри, дед, в камеру. О. Еще раз, так же. Красавчик. Здесь нету в стороне. Казалось бы, нет, что-то попал, поймал. Ты смотри-ка. Что-то долго он соображал, чтобы клюнуть. Шевечный. А, не хочет здесь. Сейчас попробую с этой стороны. Ого! Здесь только опустил сразу лапать. Есть.
А, мормышку оторвали. Доставай. Есть с собой? Сейчас привяжу. А, удочку-то? Ну, смотри. А? Мормышка темная. Видишь, какая? Темная. Ветку зацепил. Гайка моя. Вот, есть. Вот. Да твою ж. Оп, блин, тут ветки подсекать. Вот есть, есть. О, хорошенький. Опять сандалил. Блин, ветки зацеп. Сюда уже нету ничего. Где-то потихонечку дербанит. Красавец, дед. Лови, лови. Вот, есть. Бахнул. Бахнул. Хорошенький. Все. Оборвал. Да. Еще одну. Фу. В общем, друзья, самый-самый последний лед на Таежной реке состоялся. Да, дед? Ой, день прошел классно. Сначала как-то не очень. Ну, мелочевки наловили, Колька просил. На жерлице Живцового наловили, потом туда прокатились, обратно. Что-то нифига вообще не стало. Потом приехали вот сюда. Здесь, на крайней, на этой точке. Прошлый год всю зиму ловили, да, практически окуня? И причем хорошо, шикарно. А в этом году его здесь не было. Мы раз попадали, там у ручья половили хорошо, классно. И все, и не было. Также у ручья пробурился, и от ручья вниз, вдоль берега, под кустами. Сколько я лунок? 15, наверное, сделал. Пошел по ним, дед там погулял пока. По ним погуляли. Двух штук кое-как там выкатил.
в двух луночках. И все. Дед уже руки опустил, сложил удочки, сел на буран. Возле, вот здесь походил, потом ушел к бурану, сел на буран, сидел на буране. Я еще 10 луночек сделал по берегу, дальше, под кустами. Я говорю, бери удочку, иди по луночкам, пройдись тоже. Может, авось что-нибудь будет. И вот потом подошел под вот этот кустик шикарный. И вот под этим кустиком только опустил, бах, один, бах, второй, третий. Я машу деду, он, я гляжу, что на меня смотрит, ноль внимания. Давай уже кричать, орать, айда. Он еще встал, что надо, зачем? Удочку, говорю, бери. Что делать? Дрова валить. Заготавливать удочкой будешь. Ой, редиска. В общем, шикарно. Дед пришел, я его посадил на эту лунку, вот как раз где нашел окуня. Сам пошел бегать еще дальше по луночкам. Но, как факт, больше особо нигде не клевало. Вот бегал по луночкам, там одного, там двух, там трех, там двух. И в основном везде зацепы. Вот эта луночка была самая хорошая. И поклевывало, и зацепов не было. Вообще классно. В общем, в итоге, сколько ты здесь поймал? 15 окуней? Я 23 насобирал по луночкам. В общем, лед закрыли. Классно. Вообще. Все, теперь в таежную речку точно больше не поедем. По льду. Осенью. Ну, осенью, может, на лодочке. Посмотрим. Летом можно туда приехать. А летом что тут делать? Вся рыба выходит в опь, дед. Летом тут нечего делать. В общем, ладно, друзья. На этом все. Самый-самый последний лед закрыли. Все классно. Шикарно. Ну, а на этом все. До скорых встреч. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока, друзья. Пока-пока.